митрополит Кирилл открыл парламентскую встречу в рамках 7-х епархиальных рождественских чтений. В Ставрополе в микрорайоне Перспективный впервые раздавался колокольный звон. Здесь для строящегося храма князя Владимира осветили колокола и купола с крестами. Также митрополит Кирилл осветил новый филиал диагностического центра, что в юго-западном районе города. В храме Александра Невского на Ташле отметили престольный праздник и уложили символические первые камни в основание строящейся православной гимназии. Также вы узнаете о главных праздниках на предстоящей неделе. В Думе Ставропольского края в рамках 7-х епархиальных рождественских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» состоялась третья парламентская встреча. В мероприятии приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовенство Ставропольской, Пятигорской и Георгиевской епархий, члены краевого правительства, депутаты, ректоры вузов, директора школ, представители казачества. Традиция проведения ежегодных встреч духовенства и руководства края – это пример плодотворного взаимодействия церкви и власти в вопросах укрепления нравственных устоев нашего общества. Подобные мероприятия в ряде регионов России проводятся в рамках традиционных международных рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве в январе будущего года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Ставрополе открыл мероприятие зампредседателя Думы Александр Кузьмин, который приветствовал владыку митрополита и священнослужителей в стенах законодательного органа власти региона. Далее к собравшимся обратился митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В своем выступлении владыка вкратце подытожил совместную работу церкви и краевых властей. Среди значимых направлений владыка отметил реализацию федерального проекта в крае «Россия. Моя история». Архипастырь обратил внимание собравшихся на проблемах семейных отношений и общества в целом. Семья важна из духовной, религиозной точки зрения. Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому святитель Иоанн Златоуст говорил о семье, что она малая церковь. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Без стремления к любви, как высшей ценности, ни семья, ни общество не могут существовать в истории. Вот почему, говоря об обществе, можно утверждать, общество – это тоже большая семья, семья семей. Поэтому обществу угрожает то же самое, что угрожает и семье. Крайность ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма, культ потребления и другие. Особое внимание в своем докладе митрополит Кирилл уделил проблеме абортов. Прозвучало, что церковь продолжает делать все, что в ее силах. Глава Ставропольской митрополии отметил, что в крае работают два центра для беременных и женщин с детьми в кризисных ситуациях. Но этого слишком мало для решения такой глобальной проблемы. Затронул правящий архиерей и тему подростковых суицидов, которые происходят через игры в социальных сетях. Архипастырь выразил мнение, что на подобные угрозы власть должна реагировать быстрее. Более того, разрабатываются мультфильмы, после просмотра которых у совсем малых детей, и не только, начинает увеличиваться депрессия, страх. И, конечно, сегодня так далеко все это шагает, что, конечно, сложа руки нам сидеть нельзя. Начиная с Государственной Думы, спецслужб наших и нашего всего общества. Также в своей речи митрополит Кирилл вернулся к темам, которые не решены еще с прошлого года. Я бы сказал, что только частично были поддержаны субсидиями наши православные детские сады и гимназии, только частично, и в городе Ставрополе, и на Кавказских минеральных водах. В Невинномыске указания губернатора были проигнорированы, детский сад не получил субсидии в этом году. На этот вопрос отреагировал заместитель председателя правительства края Андрей Мурга и пообещал разобраться в причинах. Откликнулись собравшиеся депутаты и на тему отсутствия молитвенных комнат во многих больницах города и края, а также на безвозмездное использование религиозными организациями уже выделенных помещений в учреждениях здравоохранения. Особую боль, по словам митрополита Кирилла, вызывает нерешенный вопрос по передаче Иоанна Мариинского женского монастыря, на территории которого находится психиатрия.
психиатрическая больница. Тему возвращения церкви и имущества религиозного назначения поддержал секретарь Георгиевской епархии протоиерей Анатолий Маршалкин, который озвучил депутатам просьбу о восстановлении в Буденновске Мамай-Маджарского Воскресенского мужского монастыря. Это возрождение и восстановление исторической справедливости в Буденновске, в городе Буденновске, восстановление Мамай-мужского, Мамай-маджарского Воскресенского монастыря, которого территория располагалась сейчас при больнице, которая была захвачена террористами. Это вот то место, духовное место, где мы бы хотели возродить молитву. Священнослужители и депутаты также поднимали различные насущные темы для обсуждения и выразили уверенность в важности сегодняшнего разговора. Освящается купола сия благодати и Святого Духа, окропление воды сия священное, во имя Отца и Сына, в Ставрополе в микрорайоне «Перспективный» для строящегося храма святого равноапостольного князя Владимира митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл осветил купола с крестами и колокола. Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской духовной семинарии. По окончании богослужения первыми в новоосвященный колокол ударили владыка Кирилл и генеральный директор группы компании «Югстройинвест» Юрий Иванов. Также в роли звонарей смогли побывать все желающие. И вот уже сегодня в микрорайоне «Перспективный» слышны первые прекрасные звуки этого колокола. Ну, хочу вам доложить, что все работы по храму ведутся согласно графика, работы выполняются качественно, с душою. Группа компании «Югстройинвест», мы приложим все усилия, чтобы этот храм был жемчужиной и местом притяжения для людей в микрорайоне «Перспектива». А после строители с помощью крана подняли колокол и водрузили центральный купол. Всего на храме равноапостольного князя Владимира установят 7 куполов с крестами, а на колокольне разместят 12 разных колоколов. Самый большой – весом 3 тонны. Кстати, малую звонницу из 6 колоколов осветили еще в прошлом году. Некоторые колокола являются именными, на них отлиты имена жертвователей. По словам митрополита Кирилла, строительство храма равноапостольного князя Владимира ведется с 2016 года в рамках епархиальной программы 2020, которая предусматривает строительство 20 новых православных храмов в Ставрополе до 2020 года. На 1,5 гектара, конечно, надо их использовать максимально. Я уверен, что здесь будет как минимум 1,5 гектара. Об этом уже рассуждали. Парк с детскими площадками. И возле храма под колокольный звон могут мамочки гулять со своими детьми. Что касается богослужений в новом храме, то они с Божьей помощью могут начаться уже в конце 2018 года. Здесь будут молиться около 1500 верующих. Век сюда притвориться, все лукавое, бесовское действие. Во имя Отца и Сына Святого Духа, окропление воды сия священное. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл осветил новый филиал диагностического центра в юго-западном районе Ставрополя. На чине освящения присутствовали протоиерей Павел Самойленко, главный врач Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Хайт и сотрудники медицинского учреждения. Как прозвучало, в этом филиале врачи предложат самые последние разработки и методики –
различных направлениях медицинской помощи, а также видах оперативного вмешательства. Предполагается, что главный диагностический центр, что на улице Ленина 304, будет обслуживать население Ставрополя. А вот новострой на улице Западный обход 64 – приезжих пациентов. Причем по обоим адресам, как платно, так и по полисам обязательного медицинского страхования. По окончании богослужения медики благодарили владыку за архипастырский визит и молитвы. Шестого декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в одноименных храмах отмечают престольный день. Надо сказать, что в православном календаре существуют две даты памяти благоверного князя. 6 декабря, день его погребения, и 12 сентября, перенесение мощей князя Александра из Владимира в новую столицу России, Петербург. На сегодняшний день в Ставропольской Невинномысской епархии насчитывается 6 храмов в честь благоверного князя Александра Невского. Во многих церквях в этот день состоялась божественная литургия. Наша съемочная группа побывала на праздничном богослужении в храме Александра Невского, что на Ташле в Ставрополе. В этот день божественную литургию там совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Ему сослужило духовенство епархии. На богослужении присутствовали генеральный директор Государственного регионального центра стандартизации метрологии и испытаний в Ставропольском крае Валерий Зеленков и члены попечительского совета православной гимназии, возводимой на территории храма Александра Невского. По завершении литургии митрополит Кирилл обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. Владыка поздравил присутствующих с праздником и рассказал о том, что на территории храма начинается строительство православной гимназии, в которой будут обучаться школьники с 1 по 11 классы. Сразу после богослужения духовенство и члены попечительского совета будущей гимназии проследовали на строительную площадку, где митрополит Кирилл и Валерий Зеленков уложили символические первые камни в основание здания. Одиннадцатого декабря в понедельник церковь вспоминает преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семи жен. 12 декабря мученика Парамона и с ним 370 мучеников. 13 декабря в среду – день апостола Андрея Первозванного. Он первым возвестил Слово Божие в горах Северного Кавказа. В этот день в Ставрополе, в соборе, освященном в честь апостола Андрея Первозванного, состоится престольный праздник. 14 декабря – день пророка Наума, 15 декабря – преподобного Афанасия Печерского, 16 – преподобного Саввы Старожевского или Звенигородского. 17 декабря – воскресенье – церковь чтит память великомученицы Варвары. Она жила в III веке, ее отец Диоскур был представителем аристократии в Малой Азии при императоре Максимиане. Когда отец-язычник узнал о христианском вероисповедании дочери, он разозлился и отвел дочь к правителю города Мартиану. Варвару заставили отречься от христианской веры, но она отказалась. Тогда ее подвергли жестоким мучениям. Диоскур стал палачом своей дочери. Он обезглавил святую Варвару, позднее Диоскуру и правителя Мартиана по стигло возмездие. Оба они были сожжены молнией. Вместе со святой Варварой была казнена святая Иулиания, открыто объявившая себя христианкой во время пыток святой Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина.